Всем привет! Нахожусь во дворе одного старинного дома по улице Тургенева. Обнаружил цветочки. Сегодня у нас 29 марта 2024 года, но погода какая-то прям чудесная. Я посмотрел на градусник, 18 градусов. И хожу костюмчики гуляю. Вот какая-то травка. Хожу в костюмчике налегке. Довольно тепло. Ну, 18, не 18, но такое ощущение. Это как вот градусов на 12, так вот. На 14, не знаю. Так, это, наверное, ландыш, знакомый нам уже по моему ролику. Это не помню, как называется. Допустим, лютик, но вряд ли. Синий, это тоже не знаю, как, может быть, василек, но не василек. Я не специалист в цветах, а может, это василек, а может, анютины глазки, не знаю. В общем, цветы городские расцветают при такой теплой погоде в орловских палисадниках. Вот это, по-моему, ирисы вылезли, и это хорошо. Смотрите, вот три цветка одновременно. Вот желтенький, беленький подснежник и синенький. Здорово, да? Так что это уже весна 100%. Природа пробуждается. Пробудилась уже, можно сказать. Это старый шиповник еще прошлогодний висит, перемерзший. Там вот какие-то красненькие росточки, не знаю, что это такое. В общем, увидел я цветочки, обрадовался, решил снять этот палисадник. Ну, а дворик этот, кто смотрит мой канал, вам знаком. По улице Тургенева, улица Салтыкова-Щедрина, 17А, вот этот дом. Вот этот дом по улице Тургенева, старинный достаточно. А там улица Салтыкова-Щедрина. Ходил в Пятерочку за продуктами. Решил срезать дорогу, двором пройти. И увидел эти вот цветочки, которые для вас снял. Лежит снег. Представляете? Смотреть на него очень странно. Скоро его, я думаю, тут уже не будет. Он даже уже не снег, как бы, а лед. Куча снега, превратившаяся в лед. Это улица Тургенева. Это дом 24. Я его недавно снимал в коротком ролике. Там торговый центр Атолл. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал из Орла. Поставьте лайк, напишите комментарий. Это коммерческий институт. Можете пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20. Это Мегафон. На услуги связи, звонки, смс, интернет. До новых встреч! Старинный дом, очень красивый. Здесь была аптека в советское время, Тургенева 24. Я еще помню, как она работала. Остановка, коммерческий институт.